Всем привет! Томат золотая канарейка. Интересные такие плоды желтого цвета с длинным носиком. И с желтой мякотью. Двухкамерный. Кусты у золотой канарейки высокорослые, где-то 1,50 м в высоту. Не сильно мощные, тоненькие, требуют подвязки. По сроку созревания среднеспелый сорт. По весу 60-70 грамм, ну вот плодик 68 грамм. Падает на пол, неровно стоит столик. Плоды оранжевые, ну даже не оранжевые, такие золотистые. Интересный такой носик. Я вырастил его в этом году без подвязки. Вообще надо подвязывать. Я вырастил без подвязки. Много сортов и не успел его подвязал. Плоды лежали... Подвязать. Плоды лежали на полу. Это точечки, это град. Побил чуть-чуть плоды. Вот побил. И чуть-чуть подпортились. Потому что лежали на земле. Плоды вкусные, красивые. Сорт такой неплохой. Рекомендую его всем выращивать, кто любит желтые томаты. Очень вкусный он. Семена приобрести этого сорта можно у меня. В описании под это видео есть ссылка на мой каталог. Заходите и выбирайте себе эти и другие много семян. Если выращивали данный сорт, напишите в комментариях, как он вам. Мне интересно знать, какой у вас был урожай. Ну и подписывайтесь на канал, если не подписаны. Впереди очень много обзоров на всякие интересные сорта томатов. Всем пока. Ожидайте новые видео.